«Красный квадрат» представляет. Через неделю Илдусу Бархатову предстоит выиграть 200 тысяч рублей и дойти до 3 миллионов, имея на борту одну подсказку. Звонок другу. Ну а правильный ответ на вопрос, кто отмечает свой профессиональный праздник в апреле, ответ Д. Космонавты. В следующей программе мы узнаем имя счастливчика, который первым дал правильный ответ и выиграл 10 тысяч рублей. А победителя прошлой игры вы видите на экране. На этом мы прощаемся с вами, дорогие друзья. Мы встретимся здесь в студии с Илдусом в следующей программе. До свидания.